Привет! Мы знаем, как это нелегко переходить в новое место учебы. Поэтому мы бы хотели дать тебе пару рекомендаций к 1 сентября и рассказать, что вообще тебя ждет в эту субботу. На 1 сентября не обязательно приходить в официальном стиле или надевать банты. Ты можешь прийти в чем хочешь, ведь в лицее нет формы. Уже несколько лет в лицее проходит благотворительная акция «Дети вместо цветов». Суть этой акции заключается в том, что вместо того, чтобы купить букет учителю, вы можете пожертвовать деньги в благотворительный фонд. Не забудьте с собой хорошее настроение, ведь впереди тебя ждет долгий и интересный день. Но, увы, родителей, любимую игрушку или животное придется оставить дома. И да, синоптики обещают небольшой дождь, поэтому возьми с собой зонтик или дождевик. С 9 классами мы встречаемся в 10 утра на Большом Харитоневском переулке. 10 классы мы ждем в час дня в здании лицея, расположенного по адресу улица Солянка, дом 14А. Это будет первое событие вашей крутой, волшебной, чудесной, замечательной, обалденной лицейской жизни.